к следующему классу. Это у нас, друзья, опять первичный рынок, но уже комфорт бизнес-класс. То есть в выборку попали три класса, и видим, что $930 за квадратный метр уже, ну, значительно превышает стоимость предыдущего эконом-класса. Также видим динамику роста незначительную, плюс 0,11%. Можете посмотреть в абсолютных цифрах по административным районам, так и в процентном соотношении за месяц, насколько подорожало жилье в том или ином районе.